завтра, Милка? Нет, еще не пора в школу. А, точно. Это просто мне сон приснился, как мне нужно было завтра в школу идти. Я так распереживалась. Хорошо, Милка, если ты стала переживать, то давай тебя сегодня соберем в школу. Ксюша, я чувствую себя самостоятельной. Я уже сама позавтракала. А чем ты позавтракала? Сгущенкой и хлебом. Милка, сладкоежка ты. А ты уже умылась? Да, я почистила зубы. Ну хорошо, тогда пойдем собираться. Ты пока тут можешь перебрать тетрадочки, а я пойду позавтракаю и умоюсь. 2 + 2 = 5. Нет, 6. Нет, 3. Что у вас тут происходит? Зефирка, Басик, вы уже тоже проснулись? 2 + 2 = 6. Нет, 5. Нет, 3. Это я говорю, нет, 6. Вообще-то 3. Стойте, успокойтесь. 2 + 2 = 5. Нет, 6. Нет, 3. 2 + 2 = 4. Как 4? Да-да. Смотрите. 2 палочки + 2. Посчитайте, сколько будет. 1, 2, 3, 4. Значит, и вправду будет 4. Теперь вы знаете, как решать примеры. Проверяйте ответы с помощью палочек. Я пойду мультики с Аней посмотрю. А я книжку почитаю про котов-мореплавателей. Ну а мы с тобой, Милка, начнем тебя собирать в школу. Я написала список вещей, которые нужно собрать в школу. Я прочитаю. Рюкзак, пенал, линейка, ручка и простой карандаш, цветные карандаши, точилка, бантики и другие резиночки. Так, первое — рюкзак. Вот, Милка, твои рюкзачки. Этот рюкзак маловат, он для прогулок. У этого оторвалась липучка, и он не такой вместительный стал. И последний рюкзак — Канкин. Как видишь, он весь расклеился. Каким же рюкзаком я буду ходить в школу? С вот этим желтеньким. Он еще немного большеват, Милки, но он очень вместительный. Правда, у него нет лямочек, поэтому сейчас мы их приклеим. Хороший рюкзачок. Ксюша, прикрепи мне вот этот значок на рюкзак. Хорошо. Дальше нам нужен пенал. Милки, есть вот такие пеналы. Я пока буду ходить с таким желтеньким. Вот только он какой-то скучный. Может, украсим его наклейками? Вот, Милка, я приклеила наклеечку с яичницы. Но не знаю, сколько она еще продержится. А, с такой красивой? Ксюш, а кто умнее нас всех? Конечно, я. Нет, я. Я умнее. Нет, я умнее. Я умнее. Стоп! Хватит ссориться. Все равно я умнее. И умничай. Все равно я умнее. Ну вот, ребята обиделись. Милка, вы все умные, только вы еще много чего не знаете и научитесь этому в школе. Иди пока с ними помирись, а я продолжу собирать тебе школу. Ребята, а ваши уточки ссорятся или у вас она одна? Напишите в комментариях. Так, дальше нам нужно положить линейку. Новую линейку я Милке купила. Ручка и мини-простой карандаш. Всё, Ксюш, я помирилась. Молодец. Дальше нам нужны цветные карандаши. Из зубочисток я вырезала вот такие карандашики. Их нужно немножко подпилить. Таким образом раскрашиваем другие карандашики в разные цвета. Цветные карандашики готовы. Смотри, Милка, сколько точилок. Выбирай. Очень тяжелый выбор. Желтенькую. Милка, у тебя все желтенькое. И рюкзак, и пенал, и точилка. Дальше нам нужны тетради.
Смотри, Милка, сколько у тебя тетрадочек. Но в школу Fun Fun School ты возьмешь вот эти тетради, которые нам подарили. На первое полугодие возьмем две тетрадочки в клетку и в линию. Также сложим их в эту папку. Закрываем. Чтобы Милке не надо было вырывать все время листы, я положу ей в папочку обычные листочки. Краски и кисточка. В одном из прошлых видео я показывала, где можно купить такую маленькую гуашь. Кисточкой ее я положу в пенал. Баночка для воды из обычной крышки. Цветная бумага. Цветной бумаги у Милки пока что нет. В ближайшее время мы ее купим. А пока я положу ей цветной картон. Пластилин. Также я показывала в одном из прошлых видео, где можно купить такой маленький пластилин. Дневник. Возьмем дневник, который нам подарила подписчица. Школьная форма. Если вы знаете, то у Милки есть вот такое платье из школы Fun Fun School. Еще у Милки есть вот такой сарафан. Только он ей немножко поднадоел, поэтому я решила приклеить кружево. О, как сарафанчик преобразился! Я сразу захотела пойти в нем в школу. Спортивный костюм для физкультуры. Мы его еще не купили. В ближайшее время или закажем, или купим. Ланчбокс для перекусов. А вот и он с единорожкой. Бантики. Сейчас мы их примерим. Ксюш, я выгляжу как первоклассница? Да, только мне кажется, бантик немножко большеват. Давай примерим другой. Мне этот нравится. Вот так ты тоже очень красиво выглядишь. Этот бантик тоже красивый. Также по желанию вы можете сделать закладки для своих уточек, купить корректор, салфетки и антисептик. И вот такая бутылочка для водички. Милка, так как скоро начинается учебный год, я бы хотела тебе кое-что подарить. Это стикеры для заметок с малангом и набор с маленькими ластиками. О, спасибо, Ксюш! Мне уже не терпится пойти в школу. Ребята, а вы уже собрали своих уточек в школу? Пишите. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока, ребята и уточки.